толстый, Иван. Его сорвет сразу под давлением. Да ну чуть-чуть бы подольше был, елки-моталки, все было бы в порядке. Придет Санек к этой твоей каки ведро на себе тащить. Да не каки, Иваныч, а ники, сколько можно повторять? Какая разница, как ника, а тащить все равно придется. Деревня. Пойдет, покурим. Слушай, мы с такими темпами вообще никуда не успеем. Да, плакали наши цветочки. Да не цветочки плакали, денежки. И денежки тоже. Мир вам! Явление. Учитель велел вам передать, чтобы вы побыстрее чинились и уезжали. Понял, Иван. Ну вот это как получится. За инструмент, конечно, спасибо. А чего ты так сияешь, как ясное солнышко? Что, что надо? Учитель обещал сделать меня своим преемником. О, Санек, еще одна. Сестра, ты говорила с ним? Да, пришлось. Но ведь у тебя обед безмолвия. Пришлось, они из пожара голодные. Я пищу пообещала. Прости. Нет уж, пусть тебя учитель прощает. Ну все, Иваныч, я договорился. А? Даст? Кто даст? Ну, это лысая Зинка, Варька, как ее зовут, даст. Ты, блин, кобель. Вот ты дурак, я ж не об этом. Пожать она даст. Они месяц ничего не ели, постили. Сейчас разговляться будут. Да? Не отравить? Да не должна вроде, Грек говорит. У тебя-то как дела? Все нормально, подошел шланг. Да я не про шланг, я про приемника. Так уже к вам побежал. Промахнулся, пойдем пожрем. Ну, пойдем. Сатана!